Привет, ребята, меня зовут Йокин, сегодня мы снова находимся на сайте MyCSGO, и как обычно, хотел бы вам напомнить. Это мой промокод Йокин40, который дает 35% пополнению, и понятное дело, если вы пополняете на 1000 рублей, вы получаете сверху 350. Пополняете на 100 тысяч, получаете 35 тысяч сверху, либо же на миллион, если у вас где-то завалялся лишний лямчик, можно пополнить на миллион и получить 350 тысяч сверху. Поэтому используйте, юзайте данный промокод, и конечно же ссылка на сам сайт, а также промокод будет закреплен в комментарии, вот там вот внизу, все там найдете. Всем привет, what's up, мы снова находимся на сайте MyCSGO, и знаете, с последними новостями, то что 14 февраля было, день влюбленных, как говорится, пары у меня не было, я находился сам дома, мне не с кем было это праздновать, поэтому я всем завидую белой завистью, да, пары это конечно классно. Вот это вся ваша любовь, розовые сердечки, красные сердечки, все это очень классно, но сегодня я хотел бы вам показать новое обновление на сайте MyCSGO. Тут появились ивентные кейсы, Valentine Day, осталось всего 57 минут, когда закроют именно доступ к данным кейсам, поэтому давайте быстро их протестим, посмотрим, что они себе представляют и какой же дроп они могут выдать. На балансе у нас сегодня 9204 рубля и 64 копейки. Не такой большой баланс по сравнению с тем, когда мы в прошлых роликах открывали на 100 тысяч, на 200 тысяч и выбивали оттуда нереально классный дроп. Поэтому сегодня открываем именно Валентайн кейсы. Их всего 3 штуки. Тедди Бир, Купидон и Валентайн. Поэтому давайте сразу же начнем с самого дешевого кейса из данного подряда кейсов. Тут у нас лежит Desert Eagle, Океанское побережье, Маг 10 не Ионовый гонщик, 5-7 сказка, USPS Cortex, знаете, все в таком розовом, красненьком стиле, все такое любовное. Будем постепенно наращивать количество кейсов, понятное дело, от 1 к 10, но мы сразу начали со второго, поэтому let's go, сразу третий открываем. Во-первых, будем открывать медленно, вдруг что-то хорошее нам и занесет, но, как вы видите, почему-то не особо хороший дроп, это нового экза, песчаные дюны и пиксельный камуфляж, скорее всего, продавать не будем, в конце посмотрим, на какую же сумму нам выпало. Сразу говорю, хочу окупиться плюсом на 5000 или на 10 тысяч рублей. Это у нас всегда такой челлендж, ивент на сегодняшний видеорекордник, ну и на все остальные. Поэтому let's go 4 открываем, 88 рублей мы тратим на открытие. Баланс не так быстро пропадает, так как у нас и так 9000, позволительно открывать много. Но в данную секунду, как вы видите, мы не окупились. 88 рублей стоило открытие, нам выпадает на 64 рубля. Next открытие за 110 рублей, 5 штучек. Хотелось бы отсюда выбить какой-то USPS Cortex 5-7 сказка. Было бы, кстати, неплохо. И знаете, что я заметил? 5-7 сказка вырос довольно-таки, очень вырос в цене. Ранее он стоил, по-моему, около 800 рублей. Как-то, знаете, неплохо. 1300. Довольно-таки неплохо. У нас появился новый биток, который растет не по дням, а по часам. Кстати, поэтому мы окупились, по-моему. 345 рублей нам выпало. 220 стоил сам кейс. Предлагаю с него уже ливать и переходить к Купидону кейс. Он стоит уже 79 рублей. Довольно-таки неплохие скины тут лежат. И острые иглы-перчатки. Острие иглы, прошу прощения. USPS убийство подтверждено. По 90 смертоносные окошечки. АК-47 императрица. Глок 18 неуносный. АВП, знаете, в принципе, не такие уж и плохие скинчики, но знаете, с чего я больше сейчас удивлен? СГшка Интеграл стоит 707 рублей, когда ранее, я помню, брал ее за 2000 рублей. Очень даже интересно, почему данный скинчик так сильно просел в цене. Даже как-то обидненько. Ладно, открываем один кейсик, 79 рублей мы на него тратим. Скорее всего, мы с него тоже не особо много чего получим. Я думаю, будет как и с прошлым, под конец мы окупимся. 19 рублей, 158 рублей next открытие. И знаете что, я в принципе так подумал и решил, если же мы не сильно окупимся с кейсов и будем прям сильно уходить в минус, а бы выбить какой-то хороший дроп, например, там нож, либо же авапку какую-то тысяч за 11, я предлагаю пойти потом пооткрывать майнинг кейсы. Всегда все знают, что майнинг кейсы очень хорошо окупают, особенно это ножевые, перчаточные, всегда он хорошо выдавал. Но, когда мы окупаемся с обычных, мы радуемся, понятное дело, если нам сегодня хорошо занесет с данных кейсов, я буду прям самым счастливым человеком. Но, честно скажу, дроп максимально отвратительный. Мы даже не окупились с нынешнего открытия. Один раз он, по-моему, там и окупил, когда мы открывали два раза. Но какой-то сюр получается. Хотелось бы что-то красненькое, наверное. 1005. Даже 5 кейсов нам не особо окупило. Ладно, рассчитываем, что 10 кейсов дадут хотя бы больше, чем сам кейс стоит. Хотя бы на 600 рублей, может, 1000. Хорошо. Вот это, кстати, уже неплохо. Поэтому переходим к next кейсу за лутом 1000 рублей под конец открытия. И я уже заметил, убийство, фальшион, нож с лезвием, крюком, убийство Наваха. Довольно-таки неплохие скинчики лежат. Кровавый спорт, фуйл инжек. Только каким боком тут фуйл инжектор, я честно немножко не понимаю. Беги, спрячься. Не видел я, кстати, этот P90. Это, наверное, какой-то новый. Ладно, открываем один раз и смотрим, что с него выпадает. 125 рублей мы лутаем. Открываем один раз, 333 рубля стоит открытие одного кейса. 10 раз, это 3К, довольно-таки немало. Я надеюсь, что сегодня нам хорошо занесет именно с этого кейса. И смотрите, как цена классно возрастает. Два кейса, 666 рублей. Интересное значение, я думаю, может подкрутить нам немного. Немножечко.
Да, есть же. Хорошо. Дигл за 1400. 1500 рублей с двух открытий. Хорошо. Это уже лучше, чем мы открывали в прошлые разы. По-моему, если я не ошибаюсь, мы окупили за два открытия. И сейчас все наши предыдущие открытия кейсов. Да, мы, по-моему, окупили или вышли даже в ноль. Неплохо. Мне нравится. По-моему, если сейчас мы не окупимся и нам не выпадет чего-то хорошего, мне придется продать все, что нам выпадало, дабы открыть майнинг-кейсы. По-моему, да. Да, нам, по-моему, придется так сделать. Потому что хотелось бы чего-то побольше, чем 5000 рублей хотя бы. Ну или хотя бы перчатки. Угу, ладно. Я предлагаю еще раз открыть 4 раза на все деньги и попробовать отсюда вытащить, ну, хотя бы что-то за 1200. За 1003. Вот скоростной зверя ВП. Ладно, все. Проебали. Я понял. Хорошо, продать все. Что? Я чего-то не видел? Чего? 18 тысяч? Не может такого быть. Кого? Я немного... Кого? Ладно, я предлагаю, знаете, что сделать? Контракт зайти. Предлагаю зайти в контракт и сделать небольшие контракты. В принципе, почему бы нет? У нас 18 тысяч рублей. Давайте закинем что-то на 1003. Вон, 3313 рублей. Создаем контракт. На! Древнее видение за 5 тысяч. На! Хорошо, хорошо. Да есть же. 20 тысяч. 20 тысяч. Просто вот так вот налегке подняли. Контракт. Что можно еще закинуть? Давайте что-то за рублей 600. Вот, на 1600 рублей у нас контракт. Ладно. На 1000 в минусе. Ну, ничего страшного. Сойдет. Давайте еще бог червей. Вот это. Создаем контракт. Бэмс. Что-то как-то не везет мне сейчас. Ладно, давайте вот так. На 982 рубля контракт. Ага, я понял. Какой-то минус небольшой у нас пошел. Знаете, как-то неприятненько. На 500 рублей. На 2000 может выпасть. Давай, на 2000. Спасибо. Я думаю, на такой хорошей ноте можно, в принципе, закончить. У нас довольно-таки неплохой сегодня дроп на 18 тысяч рублей. И самое главное, чтобы вы не забывали, еще я хотел бы напомнить про свой промокод Yoken40, который дает 35% пополнения. Все ссылки на сам сайт, а также промокод будут закреплены в комментарии под данным видеорекордингом.